Well, hello everybody, it's me, Alex. I'm talking to you from the office of the School of English in Pushkino. Everything is fine with you, I hope. And don't forget that you can support your English, your level of English in different ways. You can read, listen, you can watch videos, you can see movies and so on and so forth. And every way is great, but the most important rule is you have to do it regularly. So you can listen to our podcasts. We are talking about different issues in this podcast, so let's start listening. Of all the work I've done over the last quarter of a century, вся работа, которая была проведена мной за четверть столетия. The reason I felt I had to do it, I mentioned Göbekli Tepe. И причина, почему я должен был всю работу эту сделать, писать эти книги, я упомянул в книге Göbekli Tepe. We talked at the beginning of this discussion about Plato's Atlantis story. И мы говорили в начале этой книги о истории Платона, который рассказал нам про Атлантис. And how he said that Atlantis went down 11,600 years ago. И как в этой книге определено, что Атлантида исчезла примерно 11,600 лет тому назад. 9,000 years before the time of Solon. That's 9,000 с момента греческого известного законодателя Солона. 11,600 years ago in our time. И относительно нашего времени это 11,600 лет тому назад Атлантида исчезла. That's the date of the foundation of Göbekli Tepe. И именно эта дата, 11,600, это дата образования Göbekli Tepe. Very sad, very clear, absolutely founded. It's very sad, very clear, absolutely founded. И это абсолютно точная цифра, и то, что было найдено, подтверждают эти цифры. 11,600 years ago, exactly the date that Plato gave. 11,600 именно та дата, которую дает Платон. For the ending of Atlantis. For the ending of Atlantis. Именно в это время исчезла Атлантида. And Göbekli Tepe doesn't fit. And Göbekli Tepe doesn't fit. И Göbekli Tepe не вписывается. It just comes out of nowhere. А в обычную хронологию Göbekli Tepe просто возникла из ниоткуда. Out of nowhere. We understand a site like Stonehenge. Мы понимаем историю развития Stonehenge, то, что в Англии. Makes perfect sense. И имеем прекрасное об этом представление. 4500 лет тому назад появилась Stonehenge. We know that it was centered in an agricultural community. И мы знаем, что Stonehenge, это место возникло в комьюнити, в обществе, которое уже было хорошо знакомо с агрокультурами, то есть земледелием. Which generated surpluses. И занятием земледелием, оседлость уже давала какие-то излишки. Those surpluses allowed labor to be freed. И эти излишки позволяли заниматься чем-то еще, кроме тяжелого труда. You could fund people to become astronomers. И вы могли найти людей,
которые впоследствии становились астрономами или архитекторами, или инженерами. И вы уже на эти излишки могли заниматься какими-то другими делами. И мы понимаем социальный и экономический контекст появления Стоунхендж. И мы понимаем, как такой огромный комплекс возник. Go to Göbekli Tepe, you're 7,000 years earlier. Если мы обратимся опять к Göbekli Tepe, то нам надо уйти в прошлое от Стоунхендж еще на 7000 лет. The entire area prior to the appearance of Göbekli Tepe is inhabited only by hunter-gatherers. И в отличие от Стоунхендж, вся территория вокруг Göbekli Tepe это лишь охотники и собиратели, то есть самые примитивные слои социальной структуры. There's no agriculture whatsoever. Естественно, нет никакого земледелия. They haven't built anything ever. И эти люди, обитавшие в то время в тех краях, абсолютно ничего не строили. And then suddenly, without any background or any preparation. И потом вдруг, без всякого заднего плана, без всяких подготовительных каких-то элементов, appears this huge megalithic sign. Появляется это огромный по размеру мемориал. Which is incredibly sophisticated. Мемориал, который крайне труден по созданию. И мы еще не знаем полных размеров, потому что огромная часть этого комплекса еще находится под землей, не раскопана. Но мы можем смотреть эту не раскопанную часть комплекса, используя радары. И по радарам видно, что размер сайта в 50 раз превышает размеры Стоунхендж. И на 7000 лет старше, чем Стоунхендж. So how do we account for this? Итак, как же мы должны к этому относиться? Did a group of hunter-gatherers in Turkey wake up one morning? К этому относиться как... Ну вот, знаете, охотники и собиратели, как-то однажды утром пробудившись, magically inspired, были магическим образом просвещены. That they suddenly knew how to cut and quarry stone. И они магически узнали, как обрабатывать и добывать камни огромные. Move blocks weighing in some cases up to 50 tons. И они были сразу просветлены, как перемещать глыбы, порой достигающие веса в 50 тонн. Create gigantic stone circles in an area with... И как создавать огромные круговые конструкции, без воды в этой зоне не было воды. Okay, so, my dear friends... Probably I'm saying goodbye here, and you know, you have a lot of choices, as I previously said. You can read, listen, you can watch. Don't forget that the most important rule is just to do it regularly. So I appreciate you listening to me. I hope to see you face to face someday at the School of English in Pushkino. So all the best. Bye-bye, Alex. Still my guitar gently weeps.